Здравствуйте, вы в футбольном клубе. Я Василий Уткин на канале НТВ. Еженедельная информационная программа о футболе. Сегодня в нашем клубе. Новости от сборной России. До отборочного матча остался день. Наш соперник Фареры. Футбольно-исторический очерк. Чемпионат России. Новые проблемы с судейством в четвертом туре. Новости из Европы и Азии. Финалы Кубка УЕФА и чемпионата мира среди 20-летних. Аргентина. Молодость мира. И в заключении «Человек апреля». Версия НТВ. Как всегда, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон не изменился. 217-54-21. Звоните, мы постараемся ответить на ваши вопросы в конце программы. Итак, в Тарасовке сборная России заканчивает подготовку к матчу чемпионата Европы против команды Фарерских островов. Игра состоится завтра на стадионе в Лужниках. И у нас есть редкая возможность сопоставить силу внутренних чемпионатов России и Фарер. Только игроки, участвующие в внутренних чемпионатах, используются в этом матче. У Фарер просто нет легионеров, а наши решили обойтись без них. Фарерские острова лежат в Северной Атлантике. Населяющие их скандинавская народность, фарерцы, унаследовали от своих предков, древних викингов, закалку и суровый характер. Футбол здесь играют еще с конца 19 века, но миру фарерский футбол стал известен лишь несколько лет назад. Результат самого первого официального матча фарерской сборной против австрийцев стал сенсацией. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник Торкель Нильсен. Чемпион своей страны по шахматам, он буквально за несколько часов до матча узнал о появлении в своей семье первенца. Это придало результату, помимо сенсационности, еще и романтический орел. Празднества на Фарерах продолжались месяц. Выступавший в зимней белой шапочке вратарь Йенс Мартин Кнутсен воспользовался ситуацией и развернул активную торговлю аналогами своего талисмана, на которые возник огромный спрос. Почти каждая семья на островах пожелала иметь шапочку в своем доме, посчитав, что она может принести удачу. С тех пор прошло почти 5 лет, и фарерская сборная заняла свое законное место в конце европейской табели о рангах. Даже тренер национальной команды Пал Гудлаугсен, считавшийся после победы над австрийцами неприкасаемым, был вынужден уйти. На его место пришел знаменитый датчанин Аллан Симонсен. Обладатель титула лучшего футболиста Европы 1977 года возглавляет у себя в стране клуб Вейле и по совместительству готовит сборную Фарерских островов к официальным матчам. Фарерцы играют в футбол не для того, чтобы выигрывать мировые чемпионаты. Им это просто нравится. У себя среди скал они нашли место для 20 футбольных полей, на которых 48 команд, по одной на каждую 1000 жителей, независимо от пола и возраста, разыгрывают чемпионат в 4 дивизионах. После рабочего дня молодые фарерцы предпочитают проводить время не на диване у телевизора, а на футбольном поле. Построенный несколько лет назад специально для официальных матчей стадион на 15 тысяч зрителей является одной из главных достопримечательностей страны. В этом отборочном цикле фарерцы провели пока 4 игры, стабильно пропуская по 4-5 мячей. Наверное, та же история повторится и завтра в Лужниках. Но никакой результат не сможет испортить фарерцам хорошего настроения.